Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики совместно с Национальным телевидением Чувашии представляет проект «Один день с профессионалом». Я получил первый урок амичка. Это было нелегко, но если постараться, все получится. Вместе с ребятами из детского дома выбираем будущую профессию. На этот раз профессия строителя. Наши помощники – преподаватели и студенты Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Программу «Один день с профессионалом» смотрите на Национальном телевидении Чувашии 13 августа в 20:30.